На улице звучит надежда, зов свободы. Но наш путь мы вместе, несмотря на невзгоды. Число как нота, гармония в каждом шаге. Как Пифагор учил, тональность и отвага. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем тандем, чтобы мир вдохновила. Пифагор с нами до реми звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Ведет, мы модераторы идей. На канале жизни создаем и светлей. Гармония звуков — это наш язык. Числа и ноты в мечту обратим. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновила. Пифагор с нами до реми звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Рисует время в движении. Каждый день в календаре наш путь к прозрению. Гармония планет в ритмах под небесами. Мы вас создаем мир вместе с сердцами. Суверенитет, как крепость на века. Мы идем вперед, за нами истина. Звуки и числа создают новый свет. С нотой в сердце мы создадим новый цвет. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновила. Пифагор с нами до реми звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Давайте вместе двигаться к светлым высотам. Создавая музыку, строя новые мосты. Национально свободные, в едином хоре. Мы вместе создадим наш новый мир, влюбленные в токи. Вместе двигаться к светлым высотам, создавая музыку, строя новые мосты. Национально свободные, в едином хоре. Мы вместе создадим наш новый мир, влюбленные в токи. Гармония планет в ритмах под небесами. Мы вас создаем мир вместе с сердцами. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновила. Пифагор с нами до реми звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Об особом видении, уникальности этого процесса, потому что подавляющее большинство боится говорить правду, боится говорить в силу определенных обстоятельств. А Андрей Петрович, понимая, что человеческое тело, оно временно, а душа наша вечна, и рано или поздно предстоит диалог с Создателем, делать свое дело, невзирая ни на что, и что скажут близкие друзья, спецслужбы. Речь идет о новом взгляде тех процессов, которые идут на планете Земля. Чуть повторюсь, нам вкинули, что белые начинают и выигрывают, что шахматная доска, что это более сложная композиция, и многие главы государств играли в бридж и разыгрывались на планетарной карте мира. Это бридж. И что можно сделать? Андрей Петрович рассказывает в сегодняшней лекции «Своя игра». Спасибо. Календарь Майя, он галактический, там соотношение 13-20. Значит, солнечный календарь соотношение 12-60, а значит, земной календарь григорианский 11-100. Вот. Но это математика, я туда не полез, но то, этот галактический календарь 13-20, он закончился. То надо ловить кайрос, то есть фазу, как сесть на волну. Вот про это вообще много чего сказано и написано. Кайрос ловить, потому что это древнегреческое, значит, время делится на три аспекта, на, значит, хронос, это длительность, это амплитуда, циклос, это, значит, частота, и кайрос, это фаза.
это древнегреческое, хронос, хронология, циклос это цикличность, карос это счастливый случай. Это сесть на поймать фазу. Это не, а у нас все в ортогональных системе координат. Высота, значит, длина, ширина, там, это вот, да, угол, а это циклическая система координат, круговая. А ее в голове нету. Нету в голове этой системы координат. Вращательный движение. Движение бывает поступательное, вращательное. Вот все, что про поступательное движение, тут все известно, прогресс, линейный календарь, значит, вращательное движение, что-то про него молчит, да? А это как раз цикл. Значит, кто овладел, так сказать, значит, линейный календарь, кто воткнул? Ватикан. Когда? Папа Григорий XIII, 1582 году. Он это воткнул, мы и живем в этом системе координат сознания. Другой нет. И Глазьев, понимаешь ли, пишет про завтра, как шахматная доска. Ну вот в голове это. Никуда не денешься. А ты говоришь, почему 6? Ну потому что 6, потому что звезда Давида, откуда она взялась? Откуда ты взялась? Значит, Писание пишет, что 6 это число человеческое. Люди, вот людское на 6. Она и выглядит как стрелка. Вот людское на 6, человеческое на 6. А евреи там, у них там семисвечники. Ну, семисвечники. А в православном христианском алтаре тоже семисвечник. Посмотрите, что там, семисвечник стоит. А Ханука – это 9. 9 свечей на Ханука. Это все числа. А 9 что означает? Дух. Число духа. Печать данного порошка и отвала. Другая технология – это по всей планетке звезды крепости. Они выпаривают воду. В Керчи мы нашли магнетрон, подземные волноводы, и дальше магнетронные резонаторы, которые должны быть выпарены. По волноводам это в разные точки. Значит, то, что в Хамах, то, что Израиль взрывает подземные туннели, они уничтожают исторические артефакты. Это не нами построено. Это допотопные технологии, космические технологии. И, в общем, когда я снимал артефакты с Юлией Владимировной, нас задержала полиция. Ну, задержали сначала военную и полиция. У вас есть? А у свадьбы? Да. Я говорю, да, журналисты. Они как раз фотографировали, отправили. Она говорит, а цель, ты что снимаете? Я говорю, доклад первому о перспективных видах, о создании, разработке перспективных видов вооружений. Вот таких передаются, там ФСБшник кто-то слушает. Евреи. Мой. Вот этот вопрос о критических технологиях. Я же сказал, критическая технология в материальной сфере, а значит, технологии волновые, они вообще не реестра нет, ничего. Звучит надежда, зов свободы. Но наш путь, мы вместе, несмотря на невзгоды. Число как нота, гармония в каждом шаге. Как Пифагор учил, тональность и отвага. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновила. Пифагор с нами до реми звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Старухин ведет, мы модераторы идей. На канале жизни создаем и светлей. Гармония звуков — это наш язык. Числа и ноты мечту отразим. Волна глобальная,
У нас есть сила, создаем контент, чтобы мир вдохновило. Пифагор с нами дорами звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Сайкин рисует время в движении, каждый день в календаре. Наш путь к прозрению, гармония планет в ритмах под небесами. Мы воссоздаем мир вместе с сердцами. Суверенитет, как крепость на века. Мы идем вперед, за нами истина. Звуки и числа создают новый свет. С нотой в сердце мы создадим новый цвет. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновило. Пифагор с нами дорами звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Давайте вместе двигаться к светлым высотам, создавая музыку, строя новые мосты. Национально свободные, в едином хоре мы вместе создадим наш новый мир, влюбленные в токи. Заркин рисует время в движении, каждый день в календаре. Наш путь к прозрению, гармония планет в ритмах под небесами. Мы воссоздаем мир вместе с сердцами. Заркин рисует время в движении, каждый день в календаре. Наш путь к прозрению, гармония планет в ритмах под небесами. Мы воссоздаем мир вместе с сердцами. Суверенитет, как крепость на века. Мы идем вперед, за нами истина. Звуки и числа создают новый свет. С ноты в сердце мы создадим новый цвет. Волна глобальная, у нас есть сила. Создаем контент, чтобы мир вдохновило. Пифагор с нами дорами звучит. Мы входим в новый день, как мелодия летит. Давайте вместе двигаться к светлым высотам, создавая музыку, строя новые мосты. Национально свободные, в едином хоре мы вместе создадим наш новый мир, влюбленные в токи.